после поездки в пустыню Туркана, мы и разговоры с пастором Калисом, с нашим дорогим братом, который там евангелизирует деревни, мы узнали, что у них есть огромная нужда в Библии, и один из его близких друзей, очень активный там евангелист по деревням, он не имеет Библии, он просто ходит и просто людям рассказывает об Иисусе и о прощении грехов. Вот. И мы хотим взять вот для друзей, вот сейчас вот хотя бы вот для друзей пастора Калиса несколько вот Библии и передать ему туда, чтобы он своим друзьям мог, пасторам, что-то дать, раздать. Потому что нужда, ну, в Библиях, вот в пустыне, она просто сумасшедшая. На деревню там 200 человек, допустим, из там из 50-70 христиан, находящихся в такой деревне, существует там только одна Библия, и они просто вот собираются в домах и читают вслух для всех, и это огромная проблема. This is the Turkana Bible. It's a complete Bible. Шрифт хороший здесь. Yeah, that language is. If you know how to read that language, it's very nice. But no, this is for our friends in Turkana. Oh, okay. We just today morning come back from Turkana. This is 1950. Yeah, because of the language written. Okay, we have Turkana, we have Kikuyu, we have Luo, and we have the Bugis. $19 стоит. How many do you want them? How many do you want them? They will discuss now. No problem. Not just couple, but later we want something about 1,000 Bibles. No problem. Короче, вот это на Туркана, да? $19. Оля, как ты можешь читать? Вот это хороший шрифт, да? But this is very simple. Everybody can read this. Я этот вижу. Это на свахили. Да, это на свахили. Вася. Я думаю, нам надо взять одну на свахили брать. А? Они свахили все понимают, а из Туркана. Они не все понимают свахили, потому что они переводили. Пасторы только. Но пасторы понимают, да. Они отсюда могут переводить. Пасторы. Это 20 баксов, это 13. Ну да, тут вопрос. Этим нужно отдельно как-то где-то с кем-то договориться, чтобы заплатить. А пока вот таких. Но это хороший формат, это хороший формат. Хороший формат, да. Да, это большой формат, он легко читается. Давай возьмем три штуки тогда. Их. Три вот этих? Да, три штуки. Ну, просто... By thousand. Я? Yeah? Окей. Okay. Слушай, нам еще скидочку сделали. Классно. Супер. But this is good, because it can be read by everybody. This one, okay, maybe you buy one for the pastor. We just need to find out on this one. So exactly. Because even the language is not that easy, it's a little bit hard. Yeah. Okay, все, тогда расплачиваемся. Я как кинорежиссер всегда остаюсь за кадром. Да, они стоили по 1300, но мы выторговали за 3000. Три Библии, слава Богу. Нам сказали, что если мы будем брать большую партию, мы уже в одном магазине ранее интересовались об этом, нам говорили, что если мы будем брать большую партию, то нам дадут там даже за $8-9 их. Сейчас пока что есть. То возможно, торговаться всегда можно в Кении. Наш Самуил. Мастер, ты хочешь обратно в пустыню?
Конечно, ты хочешь обратно. В пустыне можно гасовать, никто за тобой не следит, да? Правильно? Ну, конечно.